Того, кто не по зубам, едят глазами и сплетнями. А я Евгений Кузин, и я вернулся. Я приветствую вас на продолжении второй недели по эксперименту, который называется 200 отжиманий за 6 недель. Итак, подведем итоги. Ну, кто хочет посмотреть, на паузу поставит. Это вот была первая неделя, сейчас у нас вторая. Последний день каждой недели, как обещал, я буду снимать. То есть первый подход, 16 отжиманий. И интенсивность, забыл сказать, что у нас минута, из-за этого кто-то скажет, а что там 16, это не успеешь за минуту просто восстановиться. Поэтому оно приобретает другую нагрузку. В принципе, довольно-таки нормально прошло. Так, время я засек. Так, 16. Мы вычеркиваем. Второй подход у нас будет 17. Так, ну что, второй подход 17. Раз. Уже чувствуется. Фу, засекаем время. 14. Да, скажу я вам, ребята, чувствуется. Фух, сейчас покажу, что у нас тут. Надышу, как тяжело. Так, осталось еще 14 и 20. Все. Фух, неплохо. Я вот, кстати, сейчас стал употреблять биодобавку. Рыбный жир, не рыбий, а рыбный. Чем рыбный отличается от рыбьего? То, что рыбий делается из плавников и всякой ерунды, а рыбный жир чисто из мяса. Фу! Так, четвертый подход, 14 раз. И останется пятый. 20 раз. Фух, блин. Вообще, реально тяжко. Фух, ну ладно. Куда деваться? Ну чё, пятый подход. Двадцаточка. Интенсивность максимальная. Не знаю. Thank you.
сейчас сюрприз в конце добивания. Это я сделал его для... Потому что это... Последнее упражнение во второй неделе. Вот оно. Это двадцатка. Все. Потом пойдет третья неделя. Там вообще 28 последний. Я не знаю, я, наверное, сдохну там. Вот что хотел показать. У меня кое еще есть... Уколы. Тут вот тиамин, пиридоксин, цианокобаламин, это Б1, Б6, Б12. Они прям в одной ампулы с лидокаином идут. Потому что больные уколы я делаю через день вне тренировки. В общем, все. Встретимся в конце третьей недели. Посмотрим. А я пошел купаться, пить деревенские яйца, и сегодня запланировано блюдо. Следующее видео будет жаркое в горшочках. Все, я устал.